Заседание Совета депутатов городского округа Химки начали с вручения новых значков. Лацканы народных избранников теперь украсят триколор с надписью «Депутат городского округа Химки». Вручаем по два нагрудных знака, Александр Павлович. Традиционно с вас начнем. В числе главных вопросов повестки заседания – помощь и поддержка бойцов специальной военной операции. Депутаты рассмотрели отдельные изменения на муниципальном уровне – освобождение от уплаты земельного налога участников специальной военной операции на период участия в боевых действиях и еще на 3 месяца после возвращения. Федеральным законодательством предусматривается освобождение от ряда налогов участников, которые имеют статус ветерана боевых действий. Мы же говорим о тех людях, которые принимают участие в военных действиях, работают в зоне специальной военной операции, но по каким-то причинам еще не получили официальный статус ветерана боевых действий. Муниципальным законодательством мы предусмотрели ряд льгот, которые освобождают их от уплаты земельного налога. Такая льгота коснется более 200 жителей городского округа. С самого начала специальной военной операции народные избранники, активисты и волонтеры поддерживают бойцов и жителей Донбасса. За 2 года было собрано и отправлено на передовую более 300 тонн гуманитарной помощи. Сейчас активно продолжают сборы необходимого для жителей Курской области. Семьи участников СВО в Химках получают также адресную помощь и поддержку. Олег Тюрин, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.